Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу Ethereum Coin ADS. Назовем так. Я недавно вот записала видео. Выложила на YouTube. Уже посмотрите, сколько участников. Почти 2000. И уже кто-то первый вывод уже есть. Значит, друзья, произошли изменения на сайте небольшие. И не могла не записать я это видео. Значит, здесь, как мы видим, изначально было в Ethereum у нас тут как бы баланс. Теперь он в долларах сделали. Как я сказала, мы зашли в самом начале. В чате вот здесь появился админ, как мы видим. Вот. Что еще я хотела сказать? Ну, рекламку я, друзья, просмотрела уже, ПТС-ку. Я просматриваю видео, мне недоступно. У кого видео, друзья, недоступно, не лезьте. Не надо, а то могут аккаунт заблокировать и как бы не будет доступа работать. Это нарушение правил. Далее, при входе в кабинет, когда мы входим по логину и паролю, у нас появляется тут такое окошечко. Нужно прописать реквизиты. Я скопировала и перевела его. Значит, адрес кошелька по умолчанию в FaucetPay BTC. Если вы хотите вывести Ethereum, пожалуйста, переведите баланс на кошелек Ethereum. Если вы хотите вывести биткоины Сатоши, переведите баланс на кошелек биткоин. Значит, мы видим здесь биткоин валет, Ethereum валет. Сейчас все по порядочку. Сначала идем вот сюда. Кликаем на свою аватарку, идем в настройки и прописываем свои, друзья, реквизиты. Вот здесь, вот на эту вкладочку кликаем. Я прописала все реквизиты. Я прописала Perfect Money. Значит, я прописала FaucetPay Bitcoin, раз они говорят по умолчанию, привязанный к микрокошельку FaucetPay. Вот кошелек FaucetPay. Далее сюда прописала просто, ну, у меня как бы один кошелек. И Ethereum также прописываем к FaucetPay. Вот, вот здесь вот на эту вкладочку кликаем и берем отсюда свой адрес кошелька. Сейчас я вернусь на дашборд. Вот. Все реквизиты с FaucetPay. Сюда прописываем пин-код, который указывали мы при регистрации. Нажимаем сохранять. Реквизиты наши сохранились. Так. Теперь давайте, у меня на балансе немного копеек есть. Здесь как таковая минималка, она вообще мизерная. Нажимаем вывод и смотрим по минималочке. Значит, если мы будем выводить на Perfect Money, это с майн баланса у нас идет. Минимальный вывод у нас здесь 10 центов. Максимум, что мы можем вывести, это 1 доллар. Процент они берут 3%. Прописываем сумму, прописываем пин-код, нажимаем вывод. Вполне вероятно, сейчас мы это все проверим, что придет на почту пин-код. Далее что? Здесь мы можем выбрать биткоин валет. Значит, на биткоин у нас FaucetPay. Значит, пока я еще ничего не переводила. Вот такая вот мизерная сумма на биткоин вывод. Максимум вот такая сумма. 3,5%. Значит, на Ethereum минимум у нас вот такая сумма. Ой. Так, минимум 3,02. Это выходит 28 тысяч. Ethereum сатошиков. Вот.
Теперь как будем мы выводить? Я вот эту сумму копирую свою. Майн баланс. И попробуем вывести в биткоинах. Значит, идем куда мы? Вот биткоин валет, друзья. Смотрите, чтобы потом не было вопросов. Так. Выбираем money, деньги. И вкладочка трансфер. Кликаем на трансфер. Майн баланс. Здесь Пуршаза. Здесь кликаю. Биткоин валет. Нужно перевести с основного баланса на вывод на биткоин валет. Чтобы у нас на этом адресе кошелька, на кошельке на этом как бы балансе была денежка. Сейчас посмотрим, хватит мне денег вывести, так как у меня 4 цента. Трансфер. Денежка моя перевелась. Сейчас посмотрим, если все будет, хватит мне. Да, должно хватить, наверное. Так, я денежку перевела. Видите, у меня баланс мой обнулился. А здесь у меня появилась денежка. Теперь идем. Вывод. Я нажимаю Bitcoin Wallet. Здесь нажимаю Faucet Pay. И что? У меня... Так... Я могу вывести. Да, мне достаточно денежек. Я копирую свою сумму вот эту. Ой. Сейчас попробуем сделать пробный вывод, друзья. Ой. Скопировать. Вот так. Копирую. У меня кошелек прописан. Вставляю сумму. Вот здесь, друзья... Нужно смотреть, чтобы не было пробелов. Сейчас я вставлю пин-код. Он, возможно, не знаю, будет высвечиваться или нет. И после продолжу. Да, пин-код высвечивается, друзья. На почту ничего не пришло. Я ввела пин-код, нажала вывод. Появилось окошечко. Нажала подтвердить. И что мне написали здесь синеньким? Что автоматическая выплата произведена. Давайте нажмем на историю и посмотрим. Финиш. Значит, денежка должна появиться. Мои сатоши в кошельке. Идем теперь на Faucet Pay. Я перезагружаю страничку. Так, секунду, я закрою сейчас свою рекламу. Перезагружаю страничку. Так. Ethereum Coin ADS. Пожалуйста, моя сумма прибыла. 29 сентября. Вот такая сумма. Идем на сюда. И вот такая же она сумма. Платит инстантом в криптовалюте. И вполне возможно, если мы будем выводить на Perfect Money, вывод будет обрабатываться вручную. Имейте это в виду. И как видим, минималки фактически и нет. Все замечательно, букс платит. Вот. Очень хорошо даже и неплохо. Так, далее. Ну, в принципе, это вся информация, что я вам хотела рассказать, показать. Все замечательно, я буксом довольна. И еще, друзья, я сделала апгрейд. Вот у меня апгрейд сделан. Заканчивается он через 27 дней. И вот здесь тоже статистика. Смотрите, моя. То, что я перевела 4 цента на биткоин валет. И я вывела. Ну, естественно, они берут там комиссию с учетом комиссии. Вот. Значит, апгрейд здесь, друзья...
не сильно и велик. Я сделала вот такой вот самый маленький, вот этот сильвер. Вот, и вот такая вот сумму я зарабатываю. Пополнялась я с перфекта. Вот плохо, что пейра нет. Возможно, вот добавили, потому что очень бы хорошо, так как, друзья, я обожаю эти проекты за то, что здесь реклама дешевая. Я рекламлю в проект Майн АТС. Потом вот в биткоин у меня есть тоже такой аналогичный проект. И здесь очень дешевая рекламка. Вот ПТС, она самая эффективная. И она здесь 1000 просмотров всего лишь 50 центов. Вот. А был бы у меня вот на перфекте, что были копейки, я апгрейд сделала, все. Я вообще с перфектом не дружу. Как-то все пейр, пейр. И мне бы пейр бы, конечно, не помешал. И знаете что? Я прочитала в чате вот в этом информацию. Ходит слух. Я вот точно не знаю. Я вам перескажу то, что я читала. Что админ вот этого букса от Litecoin ADS. А правда это или нет, я вот, честно сказать, затрудняюсь. Потому что, ну, слухи, сказать можно все что угодно. А вообще по буксу почерк очень похож на Litecoin ADS. Вот. Ну что, видео я затянула. Прошу прощения. Все вам показала, рассказала. Кому интересно, работаем, зарабатываем. Неинтересно, не работаем, не зарабатываем. Буду, естественно, писать периодически видео по этому буксу. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!